Шёнберн. Дворец Габсбургов. Летняя резиденция всей династии Габсбургов, начиная от Марии Терезии, кончая Францем Иосифом, который здесь скончался. Такой прекрасный ансамбль парковой, дворцово-парковой архитектуры. Вот с античными статуями, с дальней перспективой, вот там, с понижением и вот дальнейшим холмом, на котором высится то здание прекрасное в классическом стиле. Сейчас самое хорошее время для осмотра. Февраль месяц, народу мало относительно. Во дворце нет толп, нет многочисленных туристов, которые толпятся в кассах. Сейчас можно спокойно все осмотреть. Я в восторге. Дворец полный роскоши, интерьеры наполнены мебелью, начиная от декора, подсвечников, посуды, кончая даже подлинными стенами и полом, паркетным набором.